Якутию в Госдуме будут представлять два депутата. Лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин остался без мандата. Об этом он сообщил в комментарии ЕСЯ. Ранее Парахин не исключал возможности попадания в Нижнюю палату российского парламента. Напомним, он набрал в Якутии на прошедших выборах 6,8% голосов избирателей. А в дальневосточном региональном списке Парахин значился вторым номером после Ивана Абрамова. Таким образом, Якутию в парламенте страны будут представлять два депутата – Галина Данчикова и Федот Тумусов.